Всем привет! И мы на канале смотрим Мармока и Фроста. Два в одном. Я давно мечтал, чтобы Фрост посмотрел Мармока. Реально, это так интересно, когда другой блогер смотрит другого блогера. Хочу реагировать 7 минут! Здравствуйте, дорогие дамы и господа, и сегодня мы с вами будем реагировать 7 минут. На самом деле, больше, как обычно, можете посмотреть, может быть, там и 27, может быть, это же я могу реагировать и час, и 7 минут. А спонсор сегодняшнего видео — это вы. Это, точнее, ваши комментарии под прошлым видео, где я реагировал на Трум-Трум. И, собственно говоря, вот, сами пишите го-реакцию на Мармока. Таких комментариев видел много, когда изначально читал комментарии, а сейчас был Леонид Скай, взял первый попавшийся. Вот. Вы точно уверены, что хотите, чтобы я реагировал на Мармок? Вы же знаете меня, я ж, сука, люблю доебаться до кого-нибудь. Меня вот хлебом не корми, дай доебаться до кого-нибудь. Вы хотите, чтобы я до Мармока доебался? Я и сами будете потом это разгребать. Вы видели, сколько у них... Так давно не заходил. На самом деле, это особое ощущение, когда ты создаешь новый мир, заходишь и вот такой в лесу спаунишь, такой... Новая сборочка. Это как новые кроссовки покупаешь и так. Вот он. Где-то здесь рядом. Вот он стоит. Привет. Ты рыжий, стой. Да посмотри, ты на нас, спутник. Дай своя глаза слезятся, погоди. Вообще, на самом деле. Фроста я увидел, когда я был в Оренбурге, и мне пришел на мой новенький Android, у меня тогда андроидов не было. Я купил себе Samsung. И там мне пришло на экран сообщение от YouTube, рекомендации Фроста. И я начал смотреть ролики Фроста. Потом, 2 года назад, где-то в 2017 году, я начал смотреть Мармока. И смотреть его не сразу, бляха-муха, некоторые его новые не видео отвечаться, но не, в рекомендации. Не от Майнкрафта, от того, что я приболел. Вот, но я скоро выздоровлю и буду снимать реакции в 3 раза больше! Но это не точно. На самом деле, реакции я снимаю, когда не успеваю выпустить нормальный ролик, поэтому кто жалуется, типа, а, скатился, реакции записываю, реакции... Реакции выходят тогда, когда я не успеваю выпустить нормальный ролик. Либо реакция, либо ничего. Так что нужно радоваться. Не нужно напрягаться. Понимаете, да? Ясно, ясно, да? Чаши весов уловили? Или... Реакция или ничего? Сетчатку выжигает. Квадратные кубы в глазах попали. Пиксель в глаз попал. Мне да? надо, чтобы мой мозг адаптировался к этому угловатому окружению, чтобы он воспринимал этот мир за настоящий, понимаете? Майнкрафт — это моя жизнь. Ну, я так полагаю, он первый раз зашел в Майнкрафт, и я вспоминаю свои первые ощущения, когда-то в далеком год-то был. Какой год-то это был? 2010-й, что ли? Я не помню, как... Подожди, ну, по-моему, в 2011 году, вот как раз альфа была, и где-то вот в первых бетках, по-моему, 1-2, вот, где-то в начале 2011 года я запустил шанс, я открываю. Плююсь, играю, день плююсь, два плююсь, три плююсь, четвертый день, охуенная игра стала, просто кайфую и не вылазю из него сутками просто. И какие классные ощущения, когда ты привыкаешь к этой графике, вот тебе перестают кровить глаза, ты просто копаешь себе квадратные метры и не платишь за них налоги. И бесплатно можешь построить себе трешку в центре леса. И коробку в данном случае. Ох, прекрасное было время, это было реально классно, это такая, значит, атмосфера, шо пи***ц. Отлично, Олег копает себе яму уже. Ну, это дерево не квадратное, цилиндрообразное нормальное дерево, да? Угу. О, вот это небо, облака, какая приятная сегодня погода. Все, я привык. Марин, давай. Запахло березой. Я, кстати, понял, почему мне иногда пишут, потому что у меня вот этот вот голос похож на Мармока.
Ну, у меня сейчас горло болит немножко, и не так получается. Я называю это голос неловкой ситуации или дикая хуйня. Немножечко есть тона похожие. Интересно, он специально делает этот голос? Или он у него всегда такой? Как, например, Big Russian Boss. Я один раз, когда с ним пересекся в гримерке какой-то, короче, я захожу, там, типа, два пацана какие-то сидят, типа, мы с ним пообщались, и потом разошлись, короче, мне такой говорит, это Big Russian Boss и Пембл. Я такой, кого он, да ладно? Я вообще не узнал, даже мысли не промелькнуло, что это они были, вообще не узнал, просто, типа, ну, кто-то сидит, типа, пообщались, там, посидели, попердели, так сказать, и пошли по своим делам все, такие, потом, а оказалось-то, а вот оно как оказывается-то. Ладно, ног пи***ть, сколько ролика идет? Минута ролика прошла. Теперь, так, она готова. Мистер Лололошка, только зеленый. Ходи. А, так это Олег такой зеленый. Олег красивый, у него такой скинчик дракона классный. Олег, это динозубрик. Это набор пикселей типа дракон, да? Ну, вроде так, похож. погоди, я должен... Слушай, реально, у меня есть один знакомый, Олег, и голос тоже похож. Мне кажется, это Олег что-то от меня скрывает. Прям реально похож голос. Прям вот мне бы сказали, что это так, Олег. В смысле? Чё? Но похож. Ну, это вам не нужна информация. Это дракон. Да. Это дракон. Сука, тут дракон! С красной шапочки. Бля, 3D-анимации у него, конечно, вот это. Это что-то. Я так полагаю, он их сам делает. Это я просто пробовал сделать себе 3D-заставочку, и, блядь, я 3 дня делал, и сделал вот это. Вот это я сделал. На самом деле, я сделал самую первую заставочку. По какой-то обучалочке делал. Ну, прикольно, но, блядь, чтоб такое сделать, ну, я не... Это моё почтение. В самом верху, второй, туда ставишь... Тупо как склад на какой-нибудь ресторане, тупо разные доски. Я все одинаковые, на самом деле. Переработал в доски. Дудоски. Ты вызвал дождь своим словом, блядь. Дудоски. Все, это началась игра? Мы играем? Да. Это Майнкрафт? Это все, это мы тут навсегда. Да, это уже надо. Потому что Майнкрафт, как только ты зашел в Майнкрафт, она становится твоим жизнью. На всю жизнь. Я тут-то. Дай еды. Ну давай, я бери жрачку. Где хавка? Вот. Направо. Квадрат головного мозга не перетаскивай, там готово. Так, что тут у нас? Как непривычно, видите эти без текстур пака? Тут 16 на 16 немного. Даже мне уже глаза режут. Жареная свинина. Без надписей не скажешь. А теперь на правую клавишу. На счет 3. Раз, два. Это больше похоже. Ярик, сало кусочек отдай! Сало кусочек! 3. Как было и вкусно. Что за пиздец? И не поспоришь. А после беглого знакомства с игрой мы разжились небольшим домиком и начали заниматься хозяйством. А если я потеряю дом, как я найду его? Никак. Да никак. А. Как ты найдешь свой дом, если в жизни его потеряешь? Никак. Вот так же и в Майнкрафте. Блин. Как думаешь, австралопитеки раньше, типа, у них же, типа, ни городов, ничего не было. Он потерялся, дом потерял. Все, Олега. Новый строй, новая жизнь у тебя. Олега, которая Майнкрафт. Олега. Как Санёк тоже съебётся куда-нибудь, ничего не скажет, пойдет посрать посреди ролика и ждёт, заглючил, завис, отсоединился. А, пацаны, я посрать ходил. О, я его сейчас закопаю здесь где-нибудь. Сейчас я это класс. ФКшника затроллить надо. А где я? В рифму ответить. Вот нахрен. Умирай спокойно, блядь, что ты там шевелишься, не понял. Так уж и быть, в этот раз ты отделался легко, дракоша. В следующий раз я придумаю что-нибудь поинтереснее. О, все, выход закрыт, понятно вам? Так, я вот это вот скину, нахрен. Не пойму, что за... А! Пустите меня! Пустите, блядь! Кто заделал? Майнкрафт чем-то напоминает мне мою жизнь! И мою любимую Dying Light. Здесь моя тоже любимую жизнь. Все прекрасно, а ночью начинаются похождения непонятных тварей.
Ночь в Майнкрафт это как маршрутка в час пик. Вроде тебе страшно, но ты туда лезешь. Пошел за своим. Пацаны, как отсюда выбраться? Маршрутка в час пик, по моему опыту, залезть нельзя. Даже если тебе очень хочется. Когда я в универ ездил, маршрутка открывается, оттуда люди просто... Выдавливаюсь, как в игрушке, которую, знаешь, сжимаешь, а оттуда выдавливаю. Вот так же люди такой, блядь, подвинься, вот так вот с двух ног туда залетаешь, и не факт, что убираешься. Блядь. И за тобой тоже еще тебе в спину с двух ног так же залетаю, блядь, а Ван Даммы одни просто запрыгивают. Это тоже не факт, что убираются. Я возьму эти факелы, хорошо, они мне пригодятся. Да, бери. Тут этот трипер, который взрывается... Крипер. Не спереди! Они меня закрыли! Классика! Три сердечки оставили. А чё взрыв вырезал? Ну чё самое интересное-то? А-а-а! Ну всё, Ярик, побы, как говорится, ты всё на это. Да ладно, выжил, что ли? Да ну нас нахер, блин. Дайте мне до дома. А, здесь новая версия, можно плавать, в одной клетке убегать. Это нормальное дело. А, коробка! Узнаю первые похождения в Майнкрафте. Самая уютная это коробка. Я живу, правильно? Я же не доживу, мать твою! Давай, попади мне прямо в лоб. Спасибо. Вот так и сделал. Ты просто иди посмотри, как это выглядит. Иди посмотри. Нет, какие-то штуки всё-таки есть или нет? Что это такое? Стрёмненько. И так как я снова не записал нужный фрагмент, мне приходится закадрово объяснять, тоже что здесь происходит. Но я обычно закадрово не объясняю. У меня обычно запись просто... уничтожается, она как будто на ноль ее разделили, и она такая, все, на этом она все. Ладно, и даже объяснять нечего за кадром. 3-2-1, дело было вечером, мы играли втроем в Майнкрафт, и один из нас свалил спать, это был Тёма, остались мы с Олегом, и мы с Олегом решили устроить Тёме небольшую ловушку в виде ямы перед домом, и забросить ее туда на следующий день. На следующий день Тёма пришел первый и спалил всю нашу с Олегом контору, а дальше вот как все было. Ну что, все. Это они еще и два дня играли в Майнкрафт. Да, ебашь, им надо к психологу обратиться, к психиатру. Провериться, так сказать. Слушай, надо. Слушай, а что здесь произошло? Здесь поменялось немного. Немного. Я чуть-чуть расширил. Блин, пока. Ты нам все испортил. Ты нам потерял такой сюрприз, блядь. Понятно. Ты же сказал, что это твоя жизнь. Почему психологу-то? Пусть играют. Блин, я когда-то пробовал играть в Майнкрафт, короче, я записал это видео, выложил на канал, просмотров не было, и я как бы забил на этот Майнкрафт и больше туда не возвращался. Кажется, это был стрим. В общем, подписчиков не было, просмотров не было, Майнкрафт, по сути, смотрят те... Короче, кто? Я когда решил... Реакция такая же, как у такого Олега. Он тоже так же реагирует, типа... Дом, я туда свалился. Нет. Вот и сейчас ямка новая будет. Как глубоко закопал, а мне бы лень было так закапывать. Ты что, яму полностью закрыл? Слушай, раз ты похерил нам эту ловушку для тебя, давай мы построим для Олега ловушку так же. Подожди, я перепутал, это был не Олег. Это будет много раз. По-тихому теперь выбирайся. Идеальное преступление. Ой, зря эти пластины положили, но... Да, не только наступит, если сейчас капать землю, можно немножечко обмануться, так сказать. Он как слон здесь будет носиться туда-сюда, выпустите меня! О чем я и говорил. Ваш капитан! Джек Ванга, обращайтесь. Делаю предсказание дорого и не бесплатно. Цветками и очень дорого! Мы его заманим сюда. Я понял. И под этими же цветками закопаем. Типа могила. О, Олег, здорово, Олег, хуй, Олег, здорово, Олег. О, смотри, короче, он взял и расширил дом. И когда он этим занимался, он, короче, спалил нашу яму для него. Сука. Вот. А мы так старались. Да капец, я аж устал стараться. Да я верю, там столько выкопано, я летел полдня. Ща еще снежка придет. Это мой собака, это все мое. Как тебе мои собаки, Олег? Ты посмотри. Снежок не хотел. Ты посмотри на эти комочки сладкие, так и хочется их за яички подергать. Они милашки, да. А как ты их назвал? Я перепутал, этот голос принадлежит не Олегу, а второму чуваку, точнее третьему чуваку. Вот кто похож на моего знакомого Олега. Все меня запутали вообще, да какого хрена? Гуф-Гуфыч и Тим-Тимыч. Бля, собак трогать нельзя. Он мелкого убил, бля. Ёбана, придется выезжать. Где он живет? Нужно вот этот Олег Поц, надо его найти и пустить на него собак. Снежок! Общий сбор.
Общий сбор во дворе, суки, прямо сейчас. Снежок, иди сюда! Смертная смотри, запомни его, подожди, вот, запомни его, запомни его, запомни его! Знаю, если увидишь, откусывай ему его квадратные яйца. Ты понял? Он обижает твоих квадратных братишек. Ты понял? Сонный медведь, он спал. Смертная казнь тебе, гнида. Я не попал. Да ладно, как он выжил. Мало динамита было, мало. Он не сдох, смотри на него. Смотри, смотри. Вы только посмотрите, что делает адреналин с человеком. Слышь, Олег, я придумал для тебя меч за убитую собачку. Я сейчас буду приручать каждую собаку, которую встречу, а потом... Меня загрызут? Не, они тебя сначала выебут, а потом загрызут. Ну тогда можно сделать тогда арену такую, и там... Да. Я так и сделаю, хули ты думал, я еще и запру эту арену, ты оттуда не выйдешь. Ребзя! Креативчиком балуется, ребят. Ты смотри, какой зоркий глаз. Креативчиком балуется. Бухими возвращаться домой, не свалитесь туда. Блевать сюда можете, но аккуратно. Безопаснее с кактусом делать. Но блевать на кактус не надо. Ты долбоёб, блядь. Не, слушай, ты труп, блядь. Ты труп, сука. Арена в четверг. 18:00. Понял, гнида? Я приду с армией собак. За мной. Пошли. Сюда, сюда. Арена здесь. Сюда, за мной. Гуф-гуфыч, тим-тимыч, гаф-гафыч, груф-груфыч, сиф-сифылыч, блютуфыч и все остальные фычи ко мне. Так, ну что, биться собачек? Готов к моменту X? Нравится мне твой настрой, только вот он продлится недолго. Давай, спрыгивай. Спрыгивай, блядь. Эй, спрыгивай, дай ему шлепок, чтобы он сразу. Они голодные. Ты в центр встань. Прям по центру. Давай. Подожди. Я могу их убивать, да, если что, в ответ. Ну, бой, нет! Должен быть честным, так что ты должен обороняться. Давай, смелее, чё ты? Так, где твоя бучая храбрость? Да, режим на выживание. Ой, читеры, читеры. Читеры. Стас, кушай. Рвите ему ляжки, ляжки. Чем вас кормят-то, ёпта? В том видео, что ничем. Прикол. Я их неделю не кормил. На. Заниматься сексом быстро. Всем быстро заниматься сексом. Тухлым мне нужна мясом? Армия. Это что, так можно было, что ли? Захватим весь Майнкрафт. Или я что-то упустил, раньше это косточки были. Видимо, я давно не приручал псов в Майнкрафте. What the fuck? Ну, Богдан. А, так можно песок было положить, и была залалка. Сейчас будет эксперимент, мальчики и девочки. Идемте сюда. Давай. Смотрите, как будет это работать. Так. Мы ставим динамит сюда, динамит надо подпаливать, я сейчас брошу тебе... зажигалку. Ты его подпаливаешь, чтоб тут появился. И резко убираешь блок. Ага. Да, только он не упадет. Вниз он нет, так не работает, нужно пошире дырочкой там 4 на 4. А я подпаливаю, Олег, ты убираешь блок. Давай. Да, давай. Мистер Манго, мистер Капитан Фрост Манго, Джек Фрост Манго, Ванго, а не Манго, вот. Говорит там, что у вас все так не сработает. Та напомнила мне момент, когда Мармок с Джоханом против этих... Мне нужна лава. Индюков, короче, тоже они построили себе заборчик и это самое. Что, тачки сбились? Возможно, бы это сработало, если бы прям встать ровно посередине динамита и подлечь сверху, чтобы вверх, мармок вниз. Я тебя ненавижу. Шансы крайне малы.
А, нам всем похуй. Чего? А, барин, открывай калитку. Здесь нет ворот. Лама. Я дарами. О, да. Сенкулю. Смотри, что нашел. Ламу. А еще она харкает, как тварь. Это педрила с характером, вы осторожнее с ней. Я пока ее довел. Что происходит? Что происходит? Она плюнула, она плюнула, Он ее у торговца угнал, что ли? Почему она одетая? Ламы дикие и не одетые. Он, походу, ее у торговца спиздил. Можно вытащить ламу из дикого леса, но дикий лес из ламы не вытащишь. Все, отныне здесь твой дом. Отдыхаем, Розота и Буча. Что ты сказал? О, блядь, он обернулся. Привет, на! Помнится, ровно год назад, как уже... Ладно, ребят, мне авторские права нарушать не буду, так как у него музыка это платная. Ну, всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, если понравилось. Будем еще что-нибудь записывать интересно. Всем пока. И, кстати, подписывайтесь на канал.